Всем здарова, привет, people! С вами я, Fancy Snake, и добро пожаловать на канал Герои и Злодеи. Сегодня у нас будет самая эпичная и безумная битва, что когда-то была на канале. Это будет Джинкс из Лиги Легенд против Харли Квинн из комиксов DC. Кто из них окажется более безумным и уйдет с головой проигравшего? Решать будете, конечно, вы, а мы поможем вам в этом. Итак, приступим. В прошлом нашем батле по итогам зрительского голосования мы прогнозировали победу Трейсер, но с огромным перевесом победил Флэш. Логика восторжествовала, и это радует. А у наших сегодняшних героинь с этой самой логикой все просто ну очень плохо. Харли Квинн. Завести роман с такой красоткой мечтают миллионы мужчин. Печальная правда заключается в том, что если парню попадается девушка с характером, хотя бы отдаленно напоминающей Харли, он убежит от нее в первый же день. Однако до того, как впасть в безумие, Харли Квинзель занималась гимнастикой и мечтала стать популярным психиатром. Грызть гранит науки она при этом правда не хотела, предпочитая соблазнять преподавателей по тем предметам, с которыми она не справлялась. Врача, который таким нечестным образом приобрел свой диплом, к собакам и кошкам допускать нельзя. А уж к опасным психам и подавно. Что было дальше, вы и так прекрасно знаете. Джинкс. Это редчайший пример, когда девушку любят не за фигуру, а за красивые глаза. По-настоящему безумные кроваво-красные глаза. Джинкс называют безбашенной хулиганкой. Ну если у нас так зовут тех, кто по фану раздраконил целый город, то пусть будет хулиганкой. При звуке взрывов теряю волю! Самое громкое преступление Джинкс – разрушение казны Пилтавера. Ракет синеволосая бестия не жалела, и от здания камня на камне не осталось. Но Джинкс не взяла ни грамма золота, ей просто нравилось сеять панику вокруг. Она определенно бы запала в ее сердце. Даже так? Всех убить и сбежать? Простите, эти голоса. Шучу я, они совсем не то сказали. Вот вам и повод, почему Харли могла наброситься на Джинкс. Да начнется битва. Одной из суперспособностей Харли является иммунитет к токсинам. Йона получила после кислотной ванны, устроенной Джокером. Как это поможет в битве против Джинкс? Никак. Чемпиона из Лиги Легенд даже в голову не придет травить Харли из-под тишка. У нее немного другие методы. Счет не открыт. 0-0. Арсенал Джинкс очень разнообразен. Пулеметы, ракетницы, гранаты и шокер. Сколько же на мне поясов? И на кой они мне? Улички мои! Недостатков в боезапасах точно нет. Харли также не испытывает недостатка вооружений. А еще у нее имеется огромный деревянный молот. Да только вряд ли она сможет его использовать. Игра равная. 1-1. Пойдем домой. Харли Квинн является хорошим рукопашным бойцом. Также милый Джокер научил ее драться на ножах и прочим оружием. Что? Джинкс ничем подобным похвастаться не может. Казалось бы, Харли Квинн вырывается вперед, но нет. На случай, если на хрупкую Джинкс будет переть крутой даммагер, у нее имеется шокер и гранаты Кусаки, которые останавливают своего врага. И интрига все еще сохраняется. 2-2. Может, у Харли и Джинкс будет хитроумный план, как одолеть друг друга. Все идет по плану. Я его почти придумала. И снова нет. Джинкс всегда импровизирует, а в Харли, возможно, и спит гениальный тактик настолько глубоко и крепко, что проще сказать, что его нет совсем. На табло 3-3. Создается впечатление, что оппоненты равны и побеждает дружба. Нет, другая дружба. Но мы все-таки склоняемся к победе Джинкс. Почему? Если вкратце ознакомиться с историей Харли Квинн, то можно очень быстро сбиться со счета, сколько раз она была побеждена. И была посажена в тюрьму или в психлечебницу, вряд ли поражение от Бэтмена и компании каждый раз входило в ее планы. Репутация же Джинкс не запятнана. Ее заклятому врагу шерифу Вайт так и не удалось поймать хулиганку. Наверное, не получится и у Квинн. Но это было наше мнение, победителя как всегда выбирать вам. Переходите в вопрос по ссылке в описании и голосуйте за достойного, по вашему мнению, кандидата. Вот и все, people. Это была самая безумная битва на канале Герои-Злодеи Джинкс или Харли Квинн. Решать победителя вам, поэтому переходите по ссылке в описании и голосуйте за своего персонажа, который вам больше всего понравился. Не забывайте также ставить лайки для того, чтобы мы мотивировались и быстрее выпускали новые ролики.
Свои комментарии оставляйте здесь, какого персонажа вы хотите видеть в будущих битвах, или просто напишите какую-нибудь фигню. А с вами был, как всегда, я, Фэнси Снейк. Не забывайте, что сравнивать героев из разных вселенных – это нормально. Всем сайонара!